Успеть за 13 секунд. Карагандинцы жалуются на работу светофора по улице Гоголя. Для пешеходов зеленый свет загорается на короткий промежуток времени. Если молодые люди успевают перебежать дорогу, то старшее поколение половину пути проходит уже на красный свет. Айгерим Бухтаева побывала на месте. Несколько банков, медицинский университет, колледж, магазины, торговые центры – все эти здания расположены здесь. Большой поток пешеходов. Сторожил Караганды, заметив, что светофор светит не всем одинаково, обратился к дорожным полицейским. Я позвонил в облгаи, сказали, что это сделано по команде ЖКХ города. Раньше было 27 секунд для пешеходов, сейчас 17 секунд. Но у меня часы есть на руках, я замерил, оказывается, на 13 секунде, когда человек переходит дорогу, уже загорается красный свет предупреждающий. В то же время увеличили время для машин. 72 секунды горит для них зеленый свет. Молодежи перейти этот участок дороги за 13 секунд особого труда не составляет. Чего нельзя сказать о представителях старшего поколения. Светофор начинает моргать желтым уже на середине пути. 2 года назад вот здесь мальчика сбило, вот на этом светофоре. 3 года назад мужчину здесь сбило. Я обратил внимание, что люди, которые идут с колясками, пожилые люди, они доходят до середины дороги, может, посмотрите сами, и уже загорается красный свет. Но это до поры до времени. Как выяснилось, чтобы не создавать пробок на улице Гоголя во время ремонта, местные власти увеличили время для водителей, при этом сократив его для пешеходов. Для удобства водителя, да, изменяются фазы по мере необходимости, то есть где происходит закрытие. В некоторых местах мы производим замену, то есть там, где машин скапливается больше, мы увеличиваем фазы зеленого света. На пересечении улицы Алиханова Гоголя в связи с ремонтными работами по улице Алиханова и до сих пор ведутся работы по улице Гоголя, был изменен фаза режима светофора для большей проходимости машин по улице Гоголя. В настоящее время работа еще продолжается, но улица Алиханова открыта. В этой связи было принято решение вернуть прежнюю фазу для удобства передвижения именно пешеходов. Аналогично сделали и на пересечении Приканальной и проспекта Республики из-за кольца по Волочаевской и на взлетной полосе. Однако после завершения ремонтных работ все светофоры заработают в обычном режиме, заверил нас специалист. Айгерим Бухтаева, Жанайдар Ахимжанов, Дмитрий Оборок, Равиль Валеев, 5 канал.